Украина! Я только что узнал, что Америка сделана з торта! Ну і як ти дізнався, що він зроблений з тортика? Он пытался меня поцеловать. Иностранцы иногда ломаются, когда узнают, что у нас есть суп на лимонаде. Лимонаде из хлеба? Да, на лимонаде из хлеба, которым заливаешь колбасу, яйца и овощи. То есть окрошка – это жидкий бутерброд. Эй, ты в порядке? Эй, кукуруз, это ты сожрал мой тортик? Что? Я ничего не трогал. Да я по твоей харе вижу, что ты врешь, мудофел. Ты обосрался, я не ел твой блядский торт. Это что у тебя там? Эта пакость меня покусала. Я его с Алика заказал. Ты был на Алике, и я по фану решил заказать. Удали. Меня там некрасивый. Россия-кун! А, это ты, Япония. И тебе привет. Ты в порядке? Выглядишь не очень. А, все хорошо. Просто не выспался. Всю ночь уснуть не мог. О, у нас есть легенда, что если человек не может уснуть, значит он бодрствует в чужом сне. Это какая-то чушь. Хай, Япа. Привет, колхоз. Чего это он весь от радости чуть ли не светится? Аж противно. Говорит, что хороший сон приснился. Впервые за долгое время выспался. Погодите-ка. И это наш преемник? Да. Что с ним не так? У него тонкая душевная организация. Не будь с котом. Ха, ну конечно, опять я виноват. Когда на меня не будет хоть кому-то все равно? Що ти кажеш? Ти ж такий, бляха, важливий. Куди не прийди скрізь. Росія, Росія, а де ж Росія? А ось я точно нікому не потрібен. Заткнітесь оба, голова вже розкалується від вашого ниття. Ребят, мені кажется, товариш СССР гаряч. Без гейства, конечно. Серйозно, просто немножко ти должен бути сліпим, товариш. Как не заметить его накачанные крутые мышцы? Они могут выдавить любой гребаный душа из тел здесь. Любители вы, товарищи. Очевидно, вы не заметили эту жопу. Я бы такое шляпнул. Я вас вообще-то слышу, идиоты!